Уже скоро листинг Hamster Combat, и возникает разумный вопрос, во что играть дальше? Только сразу скажу, все новости о тапалках у меня в телеграм-канале по ссылке в описании. Например, недавно был пост, какие параметры будут учитываться при аирдропе в хомяке. Сейчас стало очень много подобных игр, но нас с вами интересуют только те, где потенциально можно заработать. Ну и самое главное, не нарваться на мошенников, потому что многие игры чисто скам. Они начинают вытягивать из вас деньги или личные данные, и очевидно, это очень плохо. Есть одна реально интересная игра, Crypto Daisy. По сути, она очень простая, даже проще, чем хомяк, и ну, лично мне это очень нравится. Потому что тоже тенденция на игры, где ты должен проводить там кучу часов и что-то делать, ну это бред, я считаю. В конце концов, мы хотим заработать, а не поиграть. Тут также можно просто тапать и получать монетки, скоро добавят автодобычу, и самое главное, тут уже есть планы по листингу и аирдропу. Сейчас бета-версия игры, и это лучшее время, чтобы зайти. Потому что, как мы видели по опыту других проектов, именно бета-тест идеально подходящий момент. Потому что да, можно зайти в конце, когда все уже об этом узнают, когда будет огромный хайп, как у того же хомяка. Но смысла от этого не очень много, ибо много людей, ты зашел в конце и заработаешь, ну, мало. Если кратко резюмировать, игра только вышла, но при этом уже очень мощная. Это очень хороший знак. В игре есть разные бусты, скоро появятся новые, и в отличие от хомяка, где, блин, буст добавляют уже несколько месяцев, здесь он реально появится. Можно также приглашать друзей, есть задания на монеты, в общем, все, к чему мы привыкли, тут имеется. Чтобы вы не бегали и не искали, ссылку я оставлю в описании, можете просто зайти и посмотреть. Это реально хороший проект, но помните, что реально много скама, постарайтесь на него не вестись, не все игры принесут вам пользу. Ну и подписывайтесь, если было полезно, будете узнавать о всех новостях первыми, и мне будет приятно.